Почти на полминуты победитель 17-го этапа Тур де Франс, колумбиец Найро Кинтана из команды Movistar, обогнал своего ближайшего соперника, ирландца Дэниела Мартина из Team Emirates. Третьим финишировал лидер общего зачета Геранд Томас из Sky. В среду гонщикам предстояло преодолеть самый короткий участок – 65 километров, но на этом пути их ожидали сразу три подъема, в том числе один в высшей категории. По итогам этого этапа в первой тройке общего зачета произошли изменения. Том Дюмулен из Sunweb теперь занимает второе место, а Крис Фрум из команды Sky – третье. В четверг гонщиков ждет равнинный этап, протяженность которого 171 километр.